Николай Должанский долгое время ухаживал за Ольгой Рапунцель с целью завоевать ее сердце и вот, наконец-то, решился на ответственный шаг. Милая Рапунцель, в этот прекраснейший, сказочный сейшельский день на районе экватора, на районе тропиков, на районе твоего королевства, где ты царствуешь, как Рапунцель первая. Я хочу и спросить у тебя прощения за все свои дурные поступки, мною совершенные, и слова глупые, мною сказанные. Вчера ты сказала, что хотела бы от меня красивых ухаживаний, подарков, сюрпризов. Чтобы ухаживал Должанский за тобой не так, как Юбаров и Барановский, а на порядок выше, красивее, достойнее, благороднее. Рапунцель, сегодняшний день, весь сегодняшний день станет для тебя сплошным праздником. От самого утра и до глубокой поздней ночи. Ты будешь радоваться, ты будешь веселиться. Будет череда сюрпризов. Невероятно удивительных, радостных, веселых, лайтовых, красивых, волшебных и чудесных. И это все для тебя, Рапунцель. Рапунцель, все для тебя. Весь сегодняшний день посвящен сплошному твоему счастью. Да. Спасибо, Коль. Так неожиданно, я прям это... Ой, музыкант. Monsieur, madame, mademoiselle, bonjour. Je félicite les autres aujourd'hui qui ont choisi Cécile pour faire sa petite rasée aujourd'hui. Et avec sa la beauté, sa la verdure qui nous en a, je crois que nous sommes bien contents pour notre bon séjour. Et pour ça, nous avons une petite présentation pour nous faire avec les autres. Все для тебя, от Николая Должанского. Вау! Подарки. Flowers. So nice. Ça. Jean-Claude Lafleur. Oh my God! Это подарки тебе, это настоящие. Thank you so much. Это экзотические подарки. Это что? Ибипип. Это подарки. Вау. Экзотические подарки, это местные традиции, местная экзотика. И а l'occasion zot maya aujourd'hui. On croit que tout le monde est capable d'applaudir. Я вчера сказала о том, что Эски у капаб си сапа. А что я подписываю? Это за то, что они тебе рассказали балладу, а ну серенаду, которую заказал Коля. Pareil. Красотка. Месье? Ты переводчик, да? Ну, я просто знаю немножко смысл. Это его написанная баллада, которую тебе рассказали на креольском, в принципе, языке, которая была посвящена тебе весь этот праздник. Ах ты ж! Такого у меня еще не было. Merci Но он же... Этот твой букет. Ой, какой роскошный букет, Коля! Милая Рапунцель, прими этот... Невероятно красивый, экзотический, тропический в формате лучших традиций сейшельского фольклора букет.
Ой, для тебя. Бери, принимай, это все для тебя. Спасибо, Коленька. Ой, красота какая, неземная. Ага. Спасибо большое. Он же сказал, будет креативно. Погляди, какой букет красивый. Обалдеть! Тут все. Ну, Ольга, ваш... ты молодец! Гладиолусы и все это... Вот чего хотел, добивалась-то. Вот. Три недели! Гладиолусы и все, как полагается у нас. Из наших цветов только гладиолусы узнаю, остальное все Колян. Сейшельское. Слава богу, что у нас все прошло отлично, как задумывалось, без срывов. Прекрасная Благодарю. Погода. Все благоволило к тому, что вообще все произошло. Оленька, ты рада? Да. Креативно, необычно. Утро сегодня все доброе. Для тебя. Да. Самое шикарное, незабываемое утро. Но у вас такие натянутые были отношения, в принципе. А как ты вообще так смогла-то, Оль? Ну вот, нужно было сделать перерыв. Я ему говорила, что оставь мне одну. Вот, и я как бы с ним общаюсь, я к нему всегда хорошо относилась. Ну, мы тоже, я и Коля. В плане пары, там, опять же, не думайте там все, что мы там уже все. Ну, мне приятно, что он ухаживает. Отлично. Продолжай в том же духе. Ну, тогда мы вас все поздравим с этим прекрасным днем, с твоим шикарным праздником в честь тебя, Рапунцель. Ну тогда... Горько! Какой горько, блин! Рапунцель, ну не надо, блин! В конце церемонии полагается целоваться. Вы чё прикал? Я сейчас тебе цветами. Ты чё? Тихо. У него в глазу, подожди. Рис в глазу. Коля! В конце церемонии полагается целоваться. Сейчас, блин. Не, Оленька, в конце церемонии полагается целоваться. Ты ещё не поняла, что произошло? Нет! Я тебя поздравляю! Блин! Заберите свои вот эти вот штучки, блин! Я тебя поздравляю, свершилось то чудо, о котором ты всегда мечтал. Первая сейшельская свадьба. Это ты так ухаживал? Да. Ура! Вы что, блин? Какая свадьба? Ты подписала. Ты я подписала? Сказала, что я подписываю. Тебе верила, Илья. Ты что, прикалываешься, что ли? Почему? Я спросила, что я подписываю у вас, блин. Ты говоришь, ты переводчик. Ты говоришь, да. Да какой переводчик? Я креольского знаю. Это синдром невесты. Рапунцель. Да вы что, прикалываетесь, господа, что ли, блин? Черкасовы, сраманец, значит, тянут. И Задойного. Да, Задойного с камерой тянут. А мы с Рапунцель сделали то, что они не могут сделать. А остальные не могут, а мы смогли. И мы это сделали на Сейшельской королевской земле, где правительница наша Рапунцель первая. Браво! Вы меня все обманули. Уйди, ты видеть не хочу. Мы женаты. Он уже что, придурок, где мы женаты, блин? Я тебе понял, свадьба? Ты что, тебе с самого начала до самого конца хорошо. Да чтобы взаимно, блин, а не как ты хочешь. Так ты подписала, приняла все подарки. Я спросила, что я подписываю, а вы меня все обманули. Нет. Нет, ты говорила с самого начала до самого конца. Если вы бы сказали, что это... Что тебе классно, хорошо и приятно. Ну, ты говорила это, родная. Ну ты. Так я не знала, что это вообще. Я же тебе объяснил, праздник на всю жизнь. С Должанским. Николай Должанский связал себя узами брака с Ольгой Рапунцель. Правда, Оля, похоже, не очень рада этому событию. Ну, красава, Коля, все у нас получилось. А, брата! Погляди, чего. Тебя переполняют эмоции. Меня переполняет счастье. На 44-м году жизни я стал мужем самой Рапунцель. Рапунцель, в честь которой стихи написаны. С меня тот час слетает хмель, как только вижу Рапунцель, и тянут бесы влезть на ель, когда сидит там Рапунцель. Коль, а сколько ты хочешь детей?
Сколько Рапунцель сможет родить, я всех прокормлю. Да. Всех прокормлю. У тебя же есть московская прописка. Есть, самое главное. Есть московская прописка. Да, Венцеслав, выставляй стул праздник. Венцеслав, помогай народу веселиться. Капитан. Да, Юга. Разрежьте, пожалуйста, торт. Нет. Тортик мы будем резать потом. А, жених с невестой. Хорошо, да. Свадебный торт. Свадебный торт. Так, у нас кто? Лисова, Вен... Шесть человек, короче. Ну, Колян, молодец. Я, Оля, как? Согласилась вообще. Макросовка. Молодец, молодец. Все-таки взял свое. Слушай, я догадаться не могла. Я не знаю, какие тут традиции, обычаи, как у них свадьба. Нет, когда тебе браслет одели на руку, ты не подумала об этом? Что я дала подарок! Он себе и тебе. Ну, подарок, думала. Их не традиционный, как бы такой, знаешь, праздник, что они приехали, танцы, и потом одевать браслетик. Вообще, я кольцо хотела. Что мне этот браслет? Я не такую свадьбу хотела. Как ощущаешь? Не на таком мужчине. Ну, ничего страшного, можно бы я хочу сказать, что я требую развод. Ну, здесь не бывает развода. Немедленно. Здесь не бывает разводов. Здесь нет развода. Ну, тогда это пусть будет шутка просто, и я как бы всерьез это не буду воспринимать. Ну, вообще-то... Ладно, я думаю, тебе все сами потом расскажешь. Ребята. Я тебе говорю, у меня сейчас такое состояние, я просто хочу выпить с горя. Не, ну, с другой стороны, знаешь, если так вот поразмыслить и мозгами пораскинуть... Коля, московская прописка, своя квартира. Вот, ну, не знаю, что это Коля, да? Не видишь, что это Коля. Красивое ухаживание, свадьба на Сейшелах. Звучит достаточно таки, знаешь, заманчиво, да, согласись? Я не в та хотела одета быть, еще раз говорю. И не на том мужчине я хотела выходить, не за этого мужчину я хотела выходить замуж. Гама, ты во всем прекрасна. Ну что вы? Что? Праздничный стол накрыт. Я тебе сказала, я выпью только с горя. Она выпьет, она расстроилась, что она не хотела в этом одеянии быть, ей нужно было другое. Ничего страшного. Я не захотела, я не так видела. Я видела на берегу океана, в арке, сидят мои родственники. Я помню, Мася, я помню. Я у тебя такую свадьбу, свою мечту, да, я требую развод. А здесь развода не бывает, поэтому... Не знаю, бывает, не бывает, и я сказала. Бывает только через определенное время и только на Сейшельских островах. Дело не в этом. Дело в том, что... Зачем ты меня обманул? Праздник, ты тебя не обманул. Я представляю, как твои бывшие будут кусать локти, биться в припадке. Да, представь себе, Лера Мастеркова. Что ты уже это... Аракушин, или как это? Окольцован. Окольцован. Окольцованная птица. Песня такая есть. Понимаешь, Венц, я согласен, что и Лера Мастерко, и Рая Григориян, и Настя Ворман... И Таня Кирилюк. Достаточно. И Марина Африкантова. О, и Анна Боже. Белякова. И главное, Кристина Вадимовна Дерябина будут кусать локти, узнав о счастливой участи, которая постигла Рапунцель. Я... Или тебя. Не, я думаю, что у них настроение поднимется. Это точно. Рапунцель, развестись теперь. Ты можешь только на Сейшельских островах. Это раз. Во-вторых, бумага эта. На шапочке нужно было почитать. Там было написано «Консульство Российской Федерации». Догонишь. Да. Да. Я что-то видел. Да. И к великому счастью вашему, в России ты тоже замужем. Не надо мне. Да. Хватит, блин! Мы сейчас истерический смех начнем. Давай, смейся. Я не верю вообще, что сейчас происходит со мной. Значит, в Вегасе можно в брак вступить за 5 минут. Так извини, пожалуйста, на Сейшелах те же обучишь, что и в Лас-Вегасе. Там сейчас, блин. Я тебе больше того скажу, Венц. Лас-Вегас скопировал Сейшел эту традицию. А можно мы вас поздравим, молодожены? Можно. Да не надо, мы молодоженами называть. Горько! Здоровья! Детишек! Семья жила долго и счастливо, улыбалась. И вот. Таких же хулиганов, как Должанский, таких же красоток, как Рапунцель. О! О! Ну давайте теперь. Праздничная Горько. Давайте. Горько, прекращайте! Я за вашу компанию. Нет! Ой, простите.
Не лезь ко мне. Ну, щечку поцелуй. Не хочу. Он и так... Он и так мне сегодня притронулся ко мне, я тебе говорила, какой части не притрагивался, щечку поцеловал. Но я на правах мужа имею право. Он муж. Нет! И, да. Слушайте, нет! Не такой жизни я хотела, Коля! Че издеваешься? Да никто не испарится, Оль! Ольга, да все круто, весело, че ты начинаешь? Я, блин, не посмеешь, давно не издевался! Тише! Мы тут посоветовались с Рапунцель и решили, что раз ты ее муж, да. Раз ты ее этот... Законный муж-супруг. Да, короче, ты перепишешь имущество на нее? А то мало ли что с тобой. Я напишу на нее завещание. И, соответственно, если вдруг мало ли что со мной, все достанется ей, как только я скопытнусь. А что должно произойти? Скопытнусь, искорячусь. А что должно произойти такого, чтобы ты разочаровался в своей супруге? Мы сейчас об этом разговариваем. Диана Чепизубова, как можно разочароваться? За морами. Нет, вообще, ты мне причинил сколько слез, боли. Посмотри, я палец вывернула из-за тебя. Мне палец болит, опух. Палец вывернула, опух. Значит, отвечай на твой вопрос. Что может такого случиться, чтобы я отказался от Рапунцель Первой, королевы Сейшельских островов? Как ты думаешь, что может случиться, чтобы я отказался от такой красивой, изумительно привлекательной, доброй, нежной, милой девушки? Нет. Пусть это самое. Ты меня за все простишь? Да. А куда ему деваться, блин, ему 40 с чем, он на все готов сейчас, понимаешь? Я согласен, она права. Куда мне деваться-то? Куда мне деваться от такого счастья? Это счастье, оно уже на всю жизнь, для меня и для нее, пока я не скопытнусь. Это счастье. Вот оно такое счастье и бывает. Диана, ты, может, по малолетству думала, что счастье другое, а счастье... Счастье оно вот такое. Я хочу сюда встать, Диан, подальше от него. То есть счастье выглядит вот так? Да, погляди внимательно. Счастье выглядит вот так.